Чёрные бровы карили очи, темнее огничка ясния к день. Ой, очи, очи, очи девочи, ведь вы навчились водить Переливы гитары и поэтические строки уносят слушателей далеко-далеко. Будет воспоминание былой романтической юности. Для жителей дома-интерната это особенное субботнее утро. С костылями, палочками, на колясках. Встречу с творческой командой волонтеров ОМК здесь пропустить не могли. Аплодировали, не жалея ладони, снимали выступления на телефоны, а главное, улыбались и подпевали, живо реагировали на выход каждого артиста. Выступления очень понравились, тем более обрадовали песни, которые вот как бы берут человека за сердце. И вот несколько песен, которые знакомы, и была возможность просто их спеть вместе с исполнителем под гитару. На счету волонтеров ОМК, участников корпоративной программы «Металлоинвеста» «Откликнись» немало инициатив, которые направлены на помощь самым незащищенным – многодетным семьям, детям в трудной жизненной ситуации, пожилым. Каждое доброе начинание рождается из потребности делиться своим душевным теплом. Я росла в такой семье, где было принято помогать детям и старикам. Так как в нашей компании появилось такое корпоративное волонтерство «Откликнись» под руководством Анастасии Савельевой. Вот, и, конечно же, воспользовалась этой возможностью и собрала волонтеров, они откликнулись. И, естественно, первая мысль, которая в голове была, это наши ветераны, наши пенсионеры и наш дом-интернат в Старом Осколе. Команда добровольцев не только организовала чаепитие и концерт, но и привезла в дом-интернат гуманитарную помощь. Но главное – внимание и заботу пожилым. И мы очень благодарны, что вот нас сегодня посетила такая волонтерская организация нашего большого предприятия ОМК. Вы же видели сегодня вот наши жители, вам были рады, такие песни исполнялись душевные. И так что мы вас приглашаем всегда. Иногда человеку нужно так мало. Улыбка ближнего, доброе слово, участие и поддержка. Волонтеры пообещали еще не раз вернуться сюда, чтобы обычный день стал маленьким праздником.